Добрый вечер, друзья. Прошу прощения за задержку. Это по моей вине. Почему-то потерялась программа с флешки, пришлось по памяти восстанавливать. Знакомьтесь, новый рояль Кавай клуба Козлова. Да, это потрясающая новость. Совершенно новый инструмент. Я за сценой, за кулисой подошел, его пощупал. Я с ним познакомился несколько дней назад в салоне, но акустически, как он здесь будет, мы еще не знаем. И поэтому, используя служебное положение, я возьму на себя право первым дотронуться до него. Друзья, я прошу прощения, но все-таки это опера «Найт». Настроение остается хорошее, а тишина остается как на классическом концерте. Спасибо. Тоже будет джем-сейшн, я же его не знаю. Друзья, сейчас прочитаю произведение Дебюсси, Клода Дебюсси, из цикла «Образы. Отражение в воде». Я не постесняюсь еще раз повторить, прошу соблюдать тишину. Thank you.
Это был гениальный Клод Дебюсси. Рояль фантастический. Можно начинать обмывать его. Я приглашаю на сцену студентов Московской государственной консерватории. На Opera Night всегда серьезная музыка. И сейчас прозвучит впервые вообще в проекте, потому что я, в общем, не пускал это произведение, оно достаточно серьезное, сложное. Но будет первая и вторая часть из знаменитой сонаты Сезара Франка, и исполнят Андрей Оганесов и Ульяна Волкова. Тома, я вижу, ты здесь. Можешь помочь полистать? Пожалуйста. Thank you.
Янесов и Ульяна Волкова. Друзья, я приглашаю на сцену, насколько я понял, студент ГИТИСа, РАТИ, Илья Лапич и, если я не ошибаюсь, стажер театра Станиславского, Илья Лапич и Михаил Гиазарян. «Кот в мешке». И прозвучит Рубинштейн «Эпиталама». Илья Лапич. Кошечка в мешке. С виолончелью. Да? Царица. Нет, программа изменилась. Да. Стул тоже будет. Екатерина Антокольская и Михаил Язарян. Бокерини Минуэт. Думаю, что очень многие знают это произведение. Минуэт. Друзья, я никогда не говорю отдельно лауреаты международных конкурсов, потому что фактически все, кто выступает здесь, являются лауреатами многочисленных международных конкурсов, фестивалей. Thank you.
Михаил Газарян. Резидентом нашего проекта и клуба является замечательный любимец Сергей Полтавский, альтист. И у Екатерины с Сережей огромное количество программ, концертов и современной музыки, и барочной музыки. Друзья, в финале этого сета Евгений Онегин. Заключительная сцена. Чистый джем-сэш. Знать, где мои ноты? Они были, мои ноты. Никто не видел такую толстую стопку нот. Ты мне нужна. Друзья, ищем все вместе. Помогаем. Вот они, вот они. Все знают, да, что Миша у нас пианист. Но некоторые знают, что не только пианист. Так, Мария Евсеева, Михаил Газарян и ваш покорный слуга Айк Григорян, ассистент Тамара Кудевича. Как призрак беспощадный, он за
крови, желать обнять у вас колени и зарыдав у ваших ног излить мольбы признания пени. Все, все, что выразить бы мог. Субтитры сделал DimaTorzok.
Друзья, отдыхайте. Друзья, продолжаем наш вечер. Я приглашаю на сцену два замечательных артиста, две сестры. Одна у нас уже стала прям резидентом. Фанилия и Тамара Куделич. А что играть, сами скажут. Можно микрофон, Фанилия, можно микрофон. Виталий Чикона, редакция «Шарбье». Thank you.
приглашаю на сцену. Алена Фунтикова, Герат Карпенко. Прошу прощения за задержку. Так, да. Я приглашаю на сцену уже подопытный кролик здесь. Евгения Селина, ваш покорный слуга. О, уж больно хочется это произведение сыграть, давно не играл. Смертельный номер. Первый раз. Со второй арии этой оперной дивы и персонажа из «Волшебной флейты» и «Царицы ночи» Евгения Селина пела, когда мы начинали «Опернайт» в 23:30. Это было где-то час ночи. Сейчас чуть раньше. Но все равно, смертельный номер. Первая ария «Царицы ночи» Евгения Селина.
по-моему, ты поешь как раз в театре Станиславского эту партию, да? Да, хорошая партия. Я ее очень люблю. А следующим номером, друзья, ну это объявлять нам все знают, Илья Лапич и Михаил Язарян. Fortunatissimo per verità, la 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 la
Ян Карпенко. Прошу прощения за задержку. Так, да. Я приглашаю на сцену уже подопытный кролик здесь. Евгения Селина, ваш покорный слуга. О, уж больно хочется это произведение сыграть, давно не играл. Смертельный номер. Первый раз со второй арии этой оперной дивы и персонажа из «Волшебной флейты» и «Царицы ночи» Евгения Селина пела, когда мы начинали «Опернайт» в 23:30. Это было где-то час ночи. Сейчас чуть раньше. Но все равно смертельный номер. Первая ария «Царицы ночи» Евгения Селина. Жень, по-моему, ты поешь как раз в театре Станиславского партию, да?
Да, хорошая партия. Я ее очень люблю. А следующим номером, друзья, ну это объявлять нам все знают. Илья Лапич и Михаил Язарян. Fortuna, de fortuna, de fortuna, mancherà, sono al fatto.
Приглашаю на сцену Илья Лапич, Михаил Игезарян, романс Каскара Лянковалы из оперы «Заза». Джордж Гершвин, The Man I Love, и Варламов, это Варламов, который в 20 веке. Уходит ветер. Вечер, прошу прощения. Oh.
Есенина. Друзья, и последний номер сегодняшнего чудесного вечера. Я приглашаю на сцену Екатерину Антокольскую, Михаила Язарян. Произведение объявлять не буду, все знают. Оно немножко грустное, но очень красивое. Напомню, что сегодня 86-й вечер проекта «Opera Night». Михаил Язарян, Екатерина Антокольская. Астор Пьяццолла «Либертанго». Отдельные аплодисменты вот тому столику, пожалуйста. Михаил Язарян.
Друзья, приглашаю весь состав, который был сегодня. Алена Фунтикова, Евгения Селина, Илья Лапич, Мария Евсеева, Михаил Язарян, Фадиля Куделич, Тамара Куделич, Герах Карпенко, Андрей Аганесов, Ульяна Волкова. Оперометр номер 86 с новым районом. Можно сказать, новая страничка открывается в клубе и в проекте. Михаил Язарян, Екатерина Антокольская, Алена Фунтикова, Евгений Селина, Мария Евсеева, Герах Карпенко, Илья Лапич. Кто там спрятался еще? Спасибо. Следующая встреча 20 марта в 22:30. Мы вас ждем.